Так, калинские герои у нас. Все-таки пойду я на столицу. Долина Солнца. По словам Каккулы, южные, ложные боги смогли получить власть над людьми легче, чем он мог предположить. Создалось впечатление, что они потеряли волю и бездумно последовали за ложными богами. Жители этой долины стали первыми, кто поддался, и, по-моему, это не совпадение. Здесь у нас будет убит бог солнца Ксил. Больше мы его не встретим. Чтобы добраться сюда, пришлось разгромить немало квотлов. Но это еще не все. Нужно убить одного из оставшихся богов. До сих пор они были слишком сильны, и мы не могли. Сегодня этому придет конец. Каккула показал нам дорогу к зданию под названием «Глаз богов». Оно может уничтожать все на огромных территориях. Мы захватим его и повернем против бога солнца. Oh.
Thank you.
сил уничтожен. Теперь нам будет легче добраться до бога смерти. Победа близка. Мы захватили столицу Ксил бога солнца. Так, потеря этой крепости хвордов должна была ослабить бога смерти. Война против богов Кводлов воодушевила других на сопротивление их власти. Зачастую помощь приходит в виде продовольствия, крова или крупицы ресурсов. Эта помощь позволила нам увеличить максимальную численность войска. И 12 очков прокачки, самое крутое. Способность вот эта, которая ослабляет стрелковую атаку. Ну и так, например. Город наконец-то можно построить. И лучше всего здесь. Изобретения пока не воткнешь никакие. Дальше только сюда идти.